Volkswagen Crafter снять суппорт передний. Ну, несомненно, колесо надо снять. Потом на 18 головка, вот здесь вот два болта есть. Вот. Здесь вот, ну и ниже найдете. Их откручиваете. Но если хотите снять суппорт целиком, чтобы в гараж его забрать, ну, там почистить или еще что сделать, манжеты, то сразу, пока не сняли его со ступиц, ну, пока он здесь полностью в ходовке висит, очень удобно сразу открутить тормозной шланг, отвести провод, который вот на колодке идет. Ну, я сразу и этот штуцер тоже раз откручиваю, чтобы потом, ну, потом не мучиться, потому что потом в руках зажимаешь вот этот, эту железяку, другой рукой там крутишь, а если вороток нужен или чем-то серьезным крутнуть, то неудобно. Поэтому ключ на 14, но только не раздолбанный, тут, чтобы ровненько все было. Вот. И сразу оп, сорвали, потом дальше открутите. И сразу я вот этот штуцер, которым прокачиваю, тоже сразу, ну, как бы срываю. Вот. Оп, все. Ну и выкручиваю вот эти и вытаскиваю вот сюда. Вот сюда суппорт этот. Он выходит, и все. Смотрите, если вот здесь вот трубка не открутится, вдруг, ну, как бы слижите эти грани, да? Можно сделать головку, чтобы она хорошо туда зашла. Вот это у меня головка на 10. Ну, Жигули обычно ремонтируют, там эти трубки под ключ на 10. Я вот делаю такой спил головки. Вот. Только зажмите ее в тиски, а то в руках, если фортуной будете пилить, все себя покалечите. В тиски зажали, вот такую борозду пропилили. Только здесь возьмите головку на 14. Вот, ключ на 14. То бишь головку на 14 вот так пропилите. Вот так вот оденете, опустите, хорошо возьметесь головкой, как бы она тут заплесканная не была, и аккуратненько, без рывка, открутите, потому что можно и трубку-то поломать. Ну, все. Все, дальше он выходит сюда, и делаете с ним, что вы хотели делать.